вами Настя Камаева, программа 200. Сегодня мы с вами побываем в Москве на телевизионном фестивале, с друзьями на идеальном пикнике. И даже заглянем немножечко в будущее. Интересно? Тогда начинаем! Мои коллеги по детской редакции на днях вернулись из Москвы, и у них очень много впечатлений, которыми они хотят поделиться с вами. Давайте им дадим такую возможность. Yeah! Ура! Мы у Останкино, и мы приехали сюда, чтобы пообщаться со всемирно известными звездами, завести новые знакомства и узнать больше о детском телевидении. Включайся! 770 участников из 109 городов России, более 400 конкурсных работ от 117 детских телестудий. 3 дня, 8 мастер-классов, 7 известных гостей. Это самый главный фестиваль детского телевидения в России. Включайся! Он проходит раз в год и... скучно. Давайте я вам расскажу, как все было на самом деле. В зале все радостно вопят, потому что здесь все фанаты телевидения. Здесь на кого ни посмотри, в руках камера. Не камера, так микрофон. Не микрофон, так телефон. Думаете, в нем в игры играют? Нет. Пишут тексты, сочиняют сюжеты и постят последние новости фестиваля. Потому что здесь все журналисты. И все приехали не просто так. Я очень хочу добиться для себя каких-то новых побед, наград. Больше новых навыков, больше всяких интересных лайфхаков, фразочек. Мне кажется, будет все очень интересно, так как выступление жюри, вся вот эта вот обстановка меня очень нравится. Обстановка, конечно, крутая, но это же невозможно. Ни минуты отдыха. Каждые 2 часа новый мастер-класс, встречи или интервью со звездой. Нас учили снимать крутые сюжеты на iPhone, делать всякие прикольные видеоэффекты и заколдовывать зрителя. Ну, правда, не все сразу получается. Так, давай. Нас тут 3 человека. Мы сейчас будем... Все, давай, 1, 2, 3, мы приспели. Идет второй день фестиваля. Забыли. Потом все получилось. Просто тяжело все время учиться и работать на камеру. Хотя интересно, конечно, не спорю. Можно запросто познакомиться с известными людьми. Работаем, Поль, погнали. Добрый день. Как привет. К вам обращаться? Ты можешь называть меня Антоном Владимировичем или Антон? Но только без «ты». Мы же с тобой еще не покорешились окончательно. Помните? Это ведущий с «Карусели». Он очень хайповый чел. На фестивале из известных был не только он. Еще всякие режиссеры, блогеры и ведущие. Например, Тут Ларсон. Помните ее еду на ура? Удивительным образом каждый ребенок, который рождался в моей жизни, каждый мой ребенок приносил с собой какие-то новые открытия и возможности. Я считаю, что дети – это огромная батарейка. А теперь представьте, что получится, если собрать 770 таких батареек в одном месте. Точно, получится фестиваль «Включайся». И если вы хотите на нем побывать, присоединяйтесь к нам. В следующем году опять поедем. Это 200! Думаете, это все? Нет. Если бы мы их не остановили, они бы еще 2 часа рассказывали. Но мы договорились, что дадим им такую возможность в следующем выпуске. А пока нам нужно подумать, что мы сегодня будем делать. Кстати, давайте мы сходим на пикник. Сегодня как раз Международный день пикника. Пик в переводе с французского означает «немного есть, клевать». А ник – это что-то малое и незначительное. Получаем пикник. Это значит небольшой перекус или обед на природе. Сегодня мы поговорим, как его правильно организовать. Хороший пикник начинается с хорошей компании. Первым делом нужно решить, кто участвует в пикнике. Большой компании отдыхать веселее, а маленькой проще собраться и выбрать время, которое всем удобно. Обычно большинству подходят праздники и выходные. Ничто не нарушит ваши планы, если вы заранее посмотрите прогноз погоды. Плохой погоды не бывает. Бывает неподходящая одежда и снаряжение. Если на улице жарко, одевайтесь легко. Если солнце, не забудьте головные уборы и крем от солнца. Если прохладно, захватите что-нибудь теплое. Модные наряды, обувь на каблуках, костюмы и галстуки
лучше оставить для другого случая. Место лучше определить заранее. Больше всего для пикника подходят городские парки, пляжи и загородный лес. По лесу детям без взрослых лучше не ходить. Дикие пляжи тоже место опасное. А вот городские парки и скверы – отличный вариант. Выбирайте место, где есть тенек, нет оживленного движения и где никто не будет мешать вам отдыхать. Чтобы ничего не забыть, лучше заранее составить список и определиться, кто за что отвечает. Раз пикник – это перекус, решите, какую еду вы будете брать с собой. Лучше не брать с собой ничего скоропортящегося. Мороженое, молочные продукты, готовые салаты – не вариант. Ягоды, фрукты и овощи взять можно, только не нужно их нарезать. А вот помыть их лучше заранее, дома. Идеальный вариант для пикника – это бутерброд и готовая еда, та, которая удобно есть на природе. Не забудьте про воду, в жару без нее нельзя. А вот мясо для шашлыка на пикник лучше не брать. Во-первых, его лучше готовить со взрослыми. А во-вторых, чтобы развести костер, для этого нужны специально оборудованные площадки. Спички детям, не игрушка. Не забудьте взять с собой плед, чтобы было на чем расположиться. Посуду, мешки для мусора. Не забудьте про аптечку. Вам могут пригодиться бинт, антисептик, пластырь, средства от аллергии. Особенно, если у вас аллергия на укусы насекомых. Их на природе всегда очень много. Так что не забудьте про специальные средства. Репелленты. Есть несколько народных средств от насекомых. Например, чтобы вас не кусали комары, можно использовать чеснок или ванилин. Также не стоит душиться, так как это может привлечь пчел и ос. На пикнике можно убрать подальше телефон и отдохнуть от цивилизации. Подумайте заранее о том, чем будете заниматься, когда поедите. Можно взять с собой настольные игры, мячик, бадминтон. Можно устроить соревнования или просто поиграть в контакт или крокодил. Можно устроить субботник и убрать весь мусор, если он есть вокруг. Кстати, это второе важное правило любого пикника после запрета на костры. Не оставляйте после себя никакого мусора. Все, что вы принесли с собой, вы должны унести обратно и выкинуть в мусорные контейнеры. Ну и если вы хотите, чтобы ваш пикник удался, то не забудьте взять с собой хорошее настроение. Теперь вы знаете, как правильно организовать пикник. А знаете, как неправильно? Давайте мы вам и об этом расскажем. Ну так, на всякий случай. Ну вдруг... Поход посреди квартиры. Больше дела, меньше слов. Латай в палатке дыры. Собираем рюкзаки, берем борща кастрюлю. Будем кушать у реки, радостно ликуя. Ну а как же без костра в лагере лесном? Разжигать огонь пора, чтоб согреть наш дом. Мы несем из кухни спички и костер разводим. Быстро книжные странички пламенем восходят. Через 5 минут огонь бежит по занавескам. Пусть пожар и не лесной, но полыхает с треском. К нам спешит большой расчет из пожарной части. Обернулся наш поход горестным несчастьем. Вот обычный коробок, мелочь, безделушка. Только помни, мой дружок, спички не игрушка. А вы уже придумали, что будете делать завтра, а в ближайшем будущем? Обязательно придумайте, ведь сегодняшний день ближайшего будущего. Интересно, какое оно будет? Yeah! Казалось бы, все уже изобретено, но каждый год появляется что-то новое. Как вы думаете, что появится в ближайшем будущем? Как вы думаете, что будет изобретено в ближайшем будущем? Мегафон в ближайшем будущем. Киборги, наверное. Машина времени. Машина времени. А что бы вы хотели, чтобы было изобретено? Ну, машина времени. Возможно, это вечный двигатель. Я надеюсь, что будет изобретено лекарство от рака, от онкологии, от различных заболеваний, которые мучают людей. Хочется, чтобы Илон Маск что-нибудь изобрел. Все-таки, чтобы можно было на Марс летать. Ой, ну не знаю, что это такое... Даже не могу ответить на этот вопрос. А что бы вы хотели, чтобы было изобретено? Ну, чтобы облегчило труд человека, например. Хотелось бы, чтобы изобрели машины, которые летают. Не могу даже сказать, что именно. А вот что бы вы хотели, чтобы было изобретено? Не знаю, может быть, машину, которая сама автоматически гладит и которая варит. Мне бы хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем изобрели летающий велосипед. А что хотелось бы вам? Ой, как?
как жаль. О чем жалеем? Наш выпуск заканчивается, и пора прощаться. До свидания, дорогие друзья. Встретимся с вами через 2 недели. И хорошенько вам отдохнуть. Всем пока!